число 11 в нумерологии. 11 – мистическое число, управляемое фиктивной планетой Прозерпиной. В римской мифологии Прозерпина – это богиня плодородия и подземного царства. 11 с точки зрения нумерологии – сложное число, состоящее из двух единиц, как бы усиливая их действие. С другой стороны, сумма двух единиц – это уже двойка. Происходит трансформация, которая отражается и на характере обладателя числа 11 в дате рождения. Люди, управляемые числом 11, обладают очень сильными психическими способностями. Они умеют влиять на окружающий мир, изменять его. Представители этого числа склонны к четкому анализу. Они могут все раздробить, разобрать на мельчайшие детали и из них сконструировать нечто качественно новое. Их призвание – трансформировать действительность. Они являются носителями и проводниками энергии двух миров. Среди этих людей нередко встречаются экстрасенсы и ясновидящие. Питомцы Прозерпины отлично разбираются в оккультизме, имеют склонность к гипнозу и алхимии.